Короче, ребята, у меня тут с ходовой неприятности. Короче, амортизаторы оказались нехорошие. БУ. Так что забираю свои слова обратно. Нельзя ставить БУ амортизаторы. Короче, мне пацаны будут ставить все 4 новых. KYB называются, японские амортизаторы. А вот и пришли амортизаторы. 4 штуки. KYB. Сказали, что хорошие. Будем ставить, потому что те не годятся. Пацаны сейчас все переделают, у меня будет 4 новых амортизатора. Походу это задние, а это передние. И вот, что пишут. Производство Япония. Применяемый согласно каталогу. Установку производить в соответствии с технической документацией автомобиля в специализированных мастерских. Ха, вот это поворот. По-русски главное написано. Не по-английски. Что-то по-японски. И по-русски. Так что, пацаны, это ищите. Вот $540, 4 амортизатора. Это как это? Это как это ты тут зацепилась? Перышко. А чё, выглядит прикольно. У меня как у индейцев. Лошадь. Короче, все, забрал машину с мастерской. Так, мы выезжаем в 6 часов вечера, час дня. Все, теперь у меня реально новая ходовая. 4 новых амортизатора поставили, потому что БУ амортизаторы, оказывается, ставить нельзя. Они, их нельзя хранить. Короче, там целое дело. Короче, KYB мне поставили новых 4 амортизатора. Пацаны поставили абсолютно бесплатно. Их косяк. И сейчас я вообще в шоке. Вот это она валит. Какие ямы? Где? Я не слышу ям. Я не слышу ям. Нормально. Ништяк. Кайф. И держит дорогу шикарно. Да, амортизаторы это, короче, большое дело. Так, кто-то, никого нет. Есть BMW. Две сплошные. А тут у нас, короче, мы не сильно заморачиваемся сплошными. Тут люди нас не видят. Вот, амортизаторы называются KYB. Что самое интересное, воздушные амортизаторы на Lexus делает компания KYB. Вот так вот. Так что я поставил KYB, и они как... Ну, короче, Вася, мне туда повернуть. Так, ну вот передние. Вот это их сегодня поставили. Амортизатор. А задние вчера установили. И все. Так, вот сразу здесь 3 пальца. И спереди 4 пальца. 4 пальца 100%. Еще выше стало. Но это вообще абсолютно новые амортизаторы. Вероника кайфует. Запускает. А он что-то там у нас. Как красиво стоит, да? Алан, ты где там? Спрятался?